Привет. Мы не были длительное время на нашем канале, целых 8 дней, так как мы были в лагере на отпуске. Фотографии с лагеря я сейчас вам покажу. Это как отчет, чтобы вы мне поверили. Сегодня я снимаю влог, и сегодня, скорее всего, я пойду в парикмахерскую, так как мне нужно подстричься. Волосы у меня в неопрятном и в плохом состоянии. Я постараюсь провести день с толком и с интересом. А, народ, я что-то нашел. Дурак глупый, это моя нога. Я нашел башмаки. Глупые, они не совпадают. О, бутылка. Смотри. О, чё это? Мы где? Кто вы? Что вы делаете? Это слово Божие. Я читаю сокровища жизни. Это то, что мы искали. Сейчас я уже собираюсь в парикмахерскую, начинаю переодеваться. Потом я выйду, подстригусь и приду домой. Там снимать нельзя. Вот, и по пути не смогу взять свой телефон по некоторым причинам. Поэтому приду и пообщаемся. Стрижка уже завершена, думаю, что нормально, не знаю, напишите потом отзывы. Можно будет привыкнуть, вроде нормально. Вот, как оказалось, что здесь можно принести. Вот, сейчас я жду своего дядю, чтобы поехать куда-нибудь. Мы были сейчас в Амиранте с дядей, ну, там что-то нужно было. А сейчас мы находимся в ресторане Ниагара. Раньше здесь все выглядело по-другому. Но сейчас, по-моему, стало еще лучше. Видите, пальмы. Ночью здесь даже еще прекрасней. Вот. Но ночью здесь выглядит еще лучше. Здесь лучше вам бывать ночью. Здесь разные концерты. В общем, хорошее место прийти с семьей, поесть, повеселиться. Вот. А сейчас мы с дядей просто гуляем. Там разные дела. Вот такие вот дела. Всё. Я уже дома. В общем, мы пошли в какую-то, в общем, каким-то ребятам подружились. Они меня знают с детства, но никого не знаю. В общем, был интересный день, но мы еще пойдем, да. Сейчас 9 часов, да. Мы пойдем на бульвар гулять еще с ними. Ну, веселые, хорошие ребята. Погуляем на бульваре и вернемся примерно поздно.
поэтому видео тоже выйдет поздно. Но зато оно будет интересно, надеюсь. Сейчас я поем, у нас же ужин. Чуть поздновато, ладно, ничего страшного. И вот, в общем, вот так вот. Всем привет, мы вообще не хотели типа поехать на бульвар, но сейчас оказалось, что друзья дяди из России сюда приезжают завтра, и нам нужно найти им свободные места. А в Азербайджане все отели забиты, вообще мест нигде нет. Ужас. Сейчас ночь, мы ищем отель. Но ничего страшного, это веселое занятие, заходить в каждый отель и смотреть номера. В общем, вот. Ну, зато разнообразный день, много разных событий сегодня произошло. Приду домой, прочитаю свою книжку и сразу спать. Или вообще сразу спать, потому что я и сейчас тоже спать хочется. Сейчас сижу в машине и жду поездку в следующий отель. Мы уже вернулись, мы нашли отель под названием «Опера». 4 звезды. Хороший отель, мы посмотрели. А в Азербайджане сейчас очень много арабов, это вообще ужас. Но это хорошо, потому что заработок поднялся. Сейчас 1:00 ночи, и пора идти спать. Точнее, не хочу спать. Точнее, это не время спать, но я очень хочу спать. Может, и тяжелый день. Влог я выложу завтра утром, когда сделаю до конца. Почему я хожу по комнате, не знаю, просто. В общем, вот так вот. Всем удачи. Пока. Встретимся во вторник. Завтра будет снимать Нариман. Надеюсь, что он будет снимать завтра. Сегодня Курош. Те, кто смогли на персидском языке, он сегодня не смог снять по некоторым причинам. Но ничего страшного, у него среда. Поэтому, ребята, удачи всем. Пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.